привезли нас в здание СБУ, сразу кинули подвальные помещения. Это хранилище, я так понял, бывшие. Там были, лежали подушки из-под оружия, которые, ну, ящики уже. Ну, вот и на них мы со связанными руками, с завязанными глазами какое-то время могли отдыхать, там, спать или сидеть, там, такое. Где-то через несколько часов нас подержали тоже со связанными руками, с завязанными глазами, в темноте, в камерах света нету, ну, не камеры, хранилища. Вывели на допросы, сначала, ну, по одному выводили, то есть меня вместе с другим человеком сначала держали. Повели выше этажом на допрос, уже опять же завязанными глазами, руками. А там немножко побили. Ну как немножко, нормально. За что? Ну, чтоб разговорчивее был. О чем спрашивали? Ну, в основном спрашивали о связях в правом секторе. Потом за что взяли, я рассказал, что он член избирательной комиссии, то есть никакого отношения к правому сектору и каким-то радикальным организациям не имею. В том, что состою в партии, сказал, с такого-то года. Спрашивали, как попал в списки избирательной комиссии, как туда попал. Я так понял, люди абсолютно не понимают. Я в какой-то момент переспросил человека, что вы на выборах, говорю, когда-нибудь участвовали, говорит, нет. А кто эти люди? Кем они представляются? Ну, нам они особо не представлялись. Ну, как я сделал вывод, там как бы довольно сборная солянка, там есть и россияне. Насчет чеченцев, ну, там не совсем чеченцы, там как бы чеченцы, ингуши, там полукровки. Ну, в основном из вот этого региона, близкого к Чечне. Но у них в основном задача, это своего рода как комендантская рота, они там патрулируют город, ловят людей подозрительных, ну, на их. Сколько человек вы увидели в здании СБУ в заложниках? В заложниках, насколько мне известно, когда нас оттуда уводили, было от 23 до 30 человек. А что там, какая-то есть еще трудовая обязанность, да, или как это называется? Да, нас выводили на работы. Один из видов работы — это было разделывать кабеля, эти высоковольтные. Там стоят несколько, много катушек с кабелями. Я так понял, это просроченные кабеля какие-то. Их надо было рубить и доставать оттуда медь, опаливать. Ну и, естественно, это делать у вас практически непредназначенными инструментами, там один тупой топор, и там какие-то поломанные зубила. Там. Весь ли квартал СБУ на Щерса или Роза Люксембург контролируется? Мы были внутри, во внутреннем дворе, этого здание СБУ, да, оно как весь внутренний двор, как, соответственно, все прилегающие здания к нему контролируются, там выставлена охрана, выставлена нормальная, там, то есть спецы расставляли охрану, КПП работает, на улице уже, на дороге, да, там, где нас вывели, там стоят несколько пунктов, перегороженных бетонными плитами. Там стоят люди с оружием, по углам стоят, я так понял, что и снайпера сидят, ну, по углам зданий, там, то есть просматривают эту территорию. В каких условиях люди находятся в заложнике там? Условия. Ну, большей частью, особенно если люди подозреваются в каких-то причастности к, я не знаю, правому сектору, к Евромайдану, там, каким-то политическим активу какому-то, они находятся с завязанными глазами практически постоянно, ну, большей частью, с завязанными сзади руками.
Иногда туда привозят и просто каких-то пьяных, буйных, таких, непонятных, там, ну, до разбирательства. Вплоть до того, что был один человек, который, правда, находился не на таких условиях, как у нас, к нему нормально относились, но был до разбирательства там по поводу того, что его обвинили. А, он занимался гуманитарными поставками для ниже, для ДНР. Но его обвинили в том, что он типа поднялся на... То есть до этого он там ничего не имел, а тут когда стал заниматься, у него там, в общем, себе часть это самое, накрытие. Людей пытают? Ну, как сказать, пытают. Избивают. Избивают, требуют, как бы, называть знакомых, которые могут иметь какое-то отношение, опять же, к перечисленным, как к перечисленным организациям, да, так и, в принципе, если там, ну, там как бы разные люди тоже разными вещами занимаются. Одни добиваются каких-то показаний, а некоторым банально нужно перепиши квартиру, перепиши машину, дословно, да. Сдай нам честных, именно так вот слово я забыл, честных предпринимателей, которые имеют заказы или поставки из Киева. Кормят тех, кто, тех, кого водят на работы, кормят два или даже три раза. Причем водят либо в столовую, ну, в СБУшную, либо выносят на улицу. Те, которые сидят в камерах, ну, в принципе, можно сказать, что раз в день кормят. Но тоже зависит от смены, могут и не покормить. А сами СБУшники есть на территории? Ну, у меня сложилось впечатление по общению с некоторыми людьми, да, что СБУшники там есть. Но это как-то вот чувствуется, что человек с тобой общается, или как бы вот совершенно мимо прошло, что это СБУшник. Ну, как бы по разговору, по отношению, так, по такому надменному. Если хочешь пить, надо стучать, звать, чтобы пришли, принесли воды. Могут принести, могут не принести, приходится ждать, то есть это самое. Могут сказать, например, что для того, чтобы заработать там, на воду или на что-то еще, там, чтобы, например, руки перевязали сзади, потому что опухают руки, опухают плечи, скажем, наперед, да, что надо сотрудничать. Ну, сотрудничать, надо кого-то сдавать. Мало того, что надо сдать, надо еще организовать встречу с этим человеком, чтобы человек приехал, и его приняли даже не вместо тебя, а, скажем, вместе с тобой. То есть за это даже не обещалось. Свобода даже за это не обещалась, просто обещалось другое отношение. То есть меньше бить будут, может, лучше кормить там. Руки могут оставлять не связанными на ночь.